Друзья, рад всех приветствовать. Интересная находка. Гуляя по реке, обнаружил вот такой камень. Присмотревшись внимательно, понял, что здесь следы трилобита, древнего морского гада, и отпечатки древних кораллов. Очень интересная находка. Классно сохранилось все. Ребят, эти существа обитали на нашей планете примерно 350 миллионов лет назад. Вот так они выглядели. Мастерил для этой находки вот такую подставку кованую. Теперь будет украшение.